Терамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 236-88. Нефтекамцев ждут впереди 4 сельскохозяйственные ярмарки, 2 из которых пройдут 17 и 24 декабря. Они будут предпраздничными. Ассортимент реализуемой продукции такой же, как на прежних ярмарках. В отличие от других ярмарок, в этот раз к нам везут посуду Демидовского завода «Каменск-Уральский». Если позволят погодные условия, будет реализовываться рыба соленая копченая из Свердловской области. На этом мы проведение сельскохозяйственных ярмарок не заканчиваем. Продолжаем в 2017 году. Они пройдут тоже на этой же площадке 21 января и 11 февраля 2017 года. Добро пожаловать за покупками!